Познакомился глава региона и с работой детского технопарка «Кванториум». Он сейчас работает в дистанционном режиме. Валерий Радаев поздравил учащихся с Международным днем защиты детей. Напомним, что в этом году в детском технопарке «Кванториум» получают дополнительное образование 811 детей из городов Саратова и Энгельса. Все, что мы взглядываем на микроскоп, у нас выходит картинка на компьютер. Она, естественно, там сохраняется. Я ее вставляю в группу, ребята ее рассматривают. И отвечает на мои вопросы. Уже вы им даете задание? Да. С начала ввода ограничительных мер все занятия проходят в онлайн-режиме. Во время небольшой экскурсии по зданию преподаватели рассказали губернатору о программах, которые специально адаптировали для занятий в дистанционном режиме, продемонстрировали уроки. Это проектный подход. А второе, вот теория, практика. Вот самое главное. Мы всегда об этом говорили. То есть мысль отработать там. А вы уже как бы вот рассказали, что это такое. Соединили и даете возможность. Посетил глава региона и занятия в онлайн-режиме, где 12 учащихся из трех отделений «Кванториума» одновременно вели работу над программированием и моделированием составных частей робота. Сотрудники технопарка отметили, что удаленное обучение не отразилось на качестве занятий, но привнесло новые навыки.